Вы не поверите, сейчас еще одну камчатскую певицу приглашу. И тоже дочь моих друзей, тоже талантливая, тоже певица. Когда она училась в Петербурге, то есть она родилась здесь, поступила в Петербургский институт культуры и выучилась там. Мы там с ней пели, выступали там в разных местах. И 7,5 лет назад вот на этой сцене мы целый концерт, еще гитарист у нас был, мы целый концерт с ней дали. Это Катя Ковалева. Теперь она Катя Лето, но сейчас же лето. Анекдот не хочешь? Нет, спасибо. Всем добрый вечер. Тогда с тебя два должны были быть анекдота. Вот. Наш коллектив назывался «Арка». Арно, Катя и Андрей, гитарист у нас еще был. У нас большая такая концертная программа была. Я несколько песен персонально вот написал для Кати, исходя из ее данных, таланта, диапазона, манеры пения там и так далее. Ну и сейчас вы все услышите. Ты не подходишь, не подходишь, не подходишь мне, все потому, что ко мне не подходишь. Вдалеке стою я, где ж ты хороводы водишь. Ты не подходишь, не подходишь, не подходишь мне, все потому, что ко мне не подходишь. Налегке твои, если их находишь, достоверно, достоверно известно, море чувства так расплывчато пресно, наверно, пусть будет все честно. Ты не подходишь, не подходишь, не подходишь мне, все потому, что ко мне не подходишь. Вдалеке стою я, где ж ты хороводы водишь. Ты не подходишь, не подходишь, не подходишь мне, все потому, что ко мне не подходишь. Налегке все мысли твои, если их находишь. Достоверно известно, море чувства так расплывчато пресно. Наверно, пусть будет все честно. Ты не подходишь, не подходишь, не подходишь мне, все потому, что ко мне не подходишь. Ты не подходишь, ты не подходишь, ты не подходишь. Спасибо.